Я и так бырей. У меня поезд скоро. Я тут решил стрим запускать. Привет. Привет первый, привет второй, привет третий. Он же Макс 290G, он же Адамон 868. Я проверил цифры только что взглядом паревно. Он же ФТ, нижнее подчеркивание Дази. Привет. Привет всем. Надеюсь, меня слышно, надеюсь, меня видно. Потому что, мне кажется, как-то опять, как обычно, стрим начался, вебка почему-то не так меня захватывает, как я придумал. Вот, и надеюсь, меня и слышно, и вас слышно, и меня слышно, и всех слышно. Привет. Мы сегодня с вами собрались по нескольким поводам. Во-первых, я уже говорил, что у меня отпуск, и как бы меня не будет целую неделю. То есть, как минимум, до следующей среды стримов не будет вообще, в принципе, потому что я буду... Ну, может быть... Каким-то чудом я решу освоить стриминг in real life, так сказать, и постримить вам Одессу, но очень в этом сомневаюсь, тем более в качестве интернета сомневаюсь, вот, и все такое. Так что с вероятностью 99% ничего не будет, но мало ли вдруг я решу что-то включить, тогда уж разберемся. Вот, но это будет, скорее всего, очень плохо, очень криво, непонятно. Но такого опыта у нас еще не было. В этом году мы экспериментируем, потому что год такой, знаете, экспериментальный год, мне кажется, вот прям у всех. Абсолютно. 2020. И, короче говоря, не будет стримов. Как минимум до следующей среды, возможно, до четверга. Вот, если я вернусь домой и, типа, там где-то не умру в отпуске, то они вообще будут. А если нет, то их не будет. Я вообще так смотрю, август у нас не очень большой на стримы. Вот, и, по-моему, на самом деле, прошлые августы два года подряд у нас были очень активные на стримы, и там был всегда World of Warcraft, и там были всегда... Пришел на стрим по зову сердца, вои. Мубот немножко не оценил, но зов сердца — это всегда великолепно. Спасибо, Мак, за то, что по зову сердца приходишь на мои стримы, это замечательно. Короче, тогда было стримы по World of Warcraft и куча донатов. В этом году абсолютно все не так. Ни World of Warcraft, ни куча стримов, ни донатов, ничего, неважно. Вот, второе, это, естественно, я обещал, что вот с воскресенья до сегодня постараюсь какой-то стрим запустить. Те три дня не получалось, сегодня наконец-то получилось. Вот, третье, я хочу ваших донатов, естественно, если не понял, чтобы все их прокутить в Одессе в отпуске. Но если донатов не будет, я прекрасно вас пойму. Вот, цель сбора средств целых 10 рублей. Так что даже если будет один единственный маленький донат, она будет полностью собрана. И четвертое, это то, что я во ВКонтакте увидел был рекламу приложения игры под названием IDLI Pokemon. И она уже довольно долго у меня висела во вкладках. Я ничего не делал, она даже уже перестала быть нормально активной, но я все разобрался. И я хочу посмотреть, что это такое. И сделать это вместе с вами. Потому что, ну вы помните, да, я типа как бы фанат покемонов, хотя не настолько фанат, как, допустим, Адамон, который вообще там профи по покемонам. Ради тебя скачал Warframe. Макс, зачем ты это сделал? Я же хейтер Warframe, я же все. Ну, короче, если стрим по Warframe будет, то это не раньше среды следующей, поэтому у тебя теперь сколько, я не помню, там гигов весит Warframe, что-то гигов 60-80. Но, если что, побегаем вместе, ты там разберись, пройди начальный квест, немножко прокачайся, а то я-то уже, 20 какой-то там уровень, это не то, что вот первые стримы, когда я вообще ничего не понимал. Так что, если ты освоишься, еще будешь меня тащить, между прочим. Готовься к этому. Короче, не такой фанат, как Дайзи, который любит битвы питомцев в Варкрафте. Сейчас дать такой, чё, я не люблю битвы питомцев в Варкрафте, но... Но это были единственные покемоны на ближайшее время, которые у нас вообще были стримы. И чё такое DLA покемон? Может, кто-то из вас в курсе вообще, что это такое? Это вообще законно? Это легально? Как это работает? Я еще, кстати, напоминаю, что в моей стране ВКонтакт забанен, вот, но... Это не мешает мне в нем сидеть и видеть вот такое. Хочешь стать настоящим тренером покемонов, как Эш и Мисти? Мечтаешь о собственном Пикачу, Чармандере, Бульбазавре и Сквиртле? Тогда IDLA Pokemon для тебя. Создай свою команду покетренеров, лови и эволюционируй покемонов и сразись за титул чемпиона Лиги Покемонов. Вместе с друзьями оживи свои любимые моменты сериала Покемон в бесплатной браузерной игре IDLA Pokemon. Сериала. We'll be right back.
Какого сериала? Donation. Минус суши. А, сбор средств поломался, точнее не поломался, но... Он закончился резко. Лерт, Адамон 868. 11 протестов. На целый рубль больше. Теперь будешь жировать. Развели Адамона на донаты! Адамон сколько месяцев подряд? 23, ну не подряд. Подряд у него меньше, но все равно 23 месяца подписки. Давно не было донатов, и вот я нашел подход. Чтобы мало того, что донат, так еще на 1 рубль больше, чем планировалось. Большое спасибо. Что теперь со сбором средств? Что происходит с ним? Почему он исчез резко? Прямо у нас на глазах. Я не понимаю, что случилось. Там должны быть вроде как салюты. Они раньше были. Когда он заполнялся. Были салюты. А сейчас... Господи, Терл, как обычно. Какая-то ахинея происходит. Слышно? Ну, все, в принципе, я собрал донаты на отпуск. Можно заканчивать. Спасибо, что были здесь со мной. Как видите, даже виджет решил. Господи, где же он? Статистики. Мне кажется, было бы ново в донат-пэй. И все не так, как я планировал. Вот, сбор средств вижу. Я как от Феникса начал проходить. Так что стилизован тебя... Да вообще, видишь, как все совпало великолепно. Жалко только что... А, вот, давайте сделаем вот так, наверное. Сохранить. И... Во. Вот такое у нас теперь. 110%! Господи, 110% сбора средств! Когда такое... Такое было великолепное у нас. А ты начал проходить Феникса, ты не смотрел мои прохождения Феникса Райт? А то мы тут всячески его проходили, но правда только первую часть, а потом я посмотрел все аниме. Так что, да. Лови покемонов в дороге. Игра не требует приложения установки. Зайди на сайт и играй в этот покемон с телефона или планшета в любом месте. Кайф, я, может быть, с телефона. Если мне сейчас зайдет, я буду весь отпуск играть в IDLA покемон и больше ни во что. Начни свое приключение. Поймай их всех. Сражайтесь с другими тренерами. Создай свою гильдию. Множество уникальных режимов для сражений. Господи, что это так? Пикачу, что с тобой стало? Тебя пытается сожрать дракон из мультфильма «Как приручить дракона» или что это такое? Это странно, это странно. В общем, 29 тысяч участников. Ролевая. Запустить игру. Сейчас посмотрим, что это такое. Я вообще без понятия. Такс. Надеюсь, сейчас все нормально. Там захватывается и все такое. А, не смотрел, потом посмотрю, как пройду. Вот, после стрим сделаешь по ней с телефона. Да не, я честно говоря, вообще не знаю, как... Но, к счастью, ты начал стремить улыбка. Вообще аниме или покемона? Это же обычный Пикачу в костюме Черезарда. Черезард оранжевый, почему он черный? Я... Сейчас кто-то вырежет из контекста, клип сделает, почему он черный, и потом будут интересные моменты. Я, честно говоря, не умею стримить с телефона. Поэтому сомневаюсь. Вот. Так, естественно, мне звонят. Да что ж ты будешь делать-то? Сморк.
Кстати, сегодня пью водичку. Я не знаю, видно вам или нет. Обычная вода. Сейчас разолью себе на монитор, на PlayStation. Под конец. Сейчас тоже зайду в эту игру и тебя победю. Ну зачем так сразу? Начать. Вот тут что-то странное. S96 Milotic. Самый новый выбор сервера. Что это такое? Уже у меня вопросы. Я вижу вот это. Начинаю жмакать сюда. Выбор сервера. S96, 94. А где сервера до S87? Непонятно. А, вот они все внизу. У игры 96 серверов, прикиньте. А почему они названы не в правильном порядке? Почему первый Чармандер? Хочу в Чармандер. Вы же знаете, что я люблю такое. Сделка. Что значит сделка? Что за сделка? Купить. Так, голоса. Господи, голоса ВКонтакте еще существуют, а настоящая валюта? Чему равен голос? У вас 0 голосов. Уже видно, да, эта часть экрана? Чему равен голос? Так, понятно. Допустим. А можно цену, пожалуйста? Вот, 10 голосов, 70 рублей. Все, отпуск отменяется, донатим на голоса. Так, что это вообще такое? Непонятно. Полный экран, ладно, сейчас не будем. Группа игры. Начать. Ёкарный бабай. Выберите роль. Добро пожаловать в мир покемонов. Включите свой пол и имя. Анза Мартел. Почти. Почти. Назовемся, как всегда называемся. По жизни. Так. Что-то пошло не так. Здесь музыка не очень громко, там все дела. Дам тебе фору. Скажи, какой. Меня блокнули. 7 рублей. О! Спамер. Ну вот тебя блочит временно за то, что куча смайликов. Я ничего с ним сделать не смогу. Ну допустим, окей. Имя не может содержать смайлики. Я что? Я что, написал вот так вот? Я что написал вот так вот там, не знаю. Я написал, может быть, вот так вот. Что значит смайлики? Это нижнее подчеркивание. Это не смайлики. Трава, отлично, сразу трава. Выберите вашего партнера. В будущем он будет вашим самым важным спутником. Ну вы же знаете, кого я выберу, да? У вас как бы нет даже вариантов. Странные здесь значки, мечи. Как Nintendo вообще реагирует на такую штуку? Мне вот что интересно. Она в курсе о ее существовании? Огонь, первый покемон, ограничение. Трава, атакует до 3 врагов рикошетящими выстрелами до 5 врагов после эволюции. Что? Все? Игра поломалась? Вода, первый покемон, ограничение, огонь. Что значит ограничение, огонь? Атакует до 3 врагов рикошетящими... Наоборот, не ограничит, а, видимо... преимущество над кем? У воды над огнем, у огня над травой, у травы над водой. Чего-то странно как-то. Причем странно, что у Чармандера трава не вмещается в первую строчку. У всех вмещается здесь. Ох, этот Чармандор. Так, реклама. Е, Адамон кого-то забанил. Молодец, Адамон. Ты сегодня вообще красавчик. Так, войти в игру. Итак, наша история начинается. Впереди нас ждет множество приключений, множество легендарных покемонов и еще не обрели хозяина. Пошли! Финал конференции Плато Индиго. Что? Мне кажется, это какой-то кривой косой перевод какой-то игры. Нет? Что это финал конференции? Я что, в зуме, что ли? Так, мы сразу с Эшем сражаемся. Ну же, друзья! Так, тут своя музыка, мешанина, наверное, какая-то сейчас начнется. Из звуков. Таинственный мальчик. Осталось совсем немного. Сражайтесь.
Фига у Эша набор. С каких пор у него эти все покемоны существуют? Мьюту Икс вообще. Что? Еще какие-то супер покемоны, ну, кроме Венозавра. Он какой-то, ну, и Стиликса. И я такой, а нет, стоп, подождите. У меня тоже куча покемонов. Давай, Пикачу, удар их молнией! Фига, у меня тоже есть легендарные покемоны. Это ничего, Стилик, защищайся. Чё они сами сражаются вообще? Это батлер или что? Отлично, Черезард, похоже, мы побеждаем. Что? Как это возможно? Ты у меня сейчас получишь. Настал твой черед, Мьюту! Второе убийство! Убийство! Но нам же всегда говорили, что в серии Покемон никто никогда не погибает. Они просто отключаются от истощения. И здесь нам наконец-то говорят правду. Убийство. Все они были мертвы. Покемоны даже настоящие, но судя по IDL названию, это батлер. Блин, да, это вот IDL, вот что это значит. Я думал, это типа разработчик или издатель или что-то такое. О нет, все вдруг погасло. Это исторический момент мира покемонов. Мы только что стали свидетелями рождения нового чемпиона. Это отличный повод для праздника. Гарри, ну как поединок? Теперь не таинственный мальчик, теперь Аркейд Терл. Точнее, он. Ясно, ясно. Ну что ж, у вас еще остался ваш Чармандер, ведь так что? Давайте-ка вернемся сюда, когда все ваши покемоны восстановят силы. Бип-бип, обнаружение, поздно мифический покемон. Не уходи. Постойте. Почему на вы все говорят? Что происходит вообще? Господи, что на экране? Что это за место? Блю. И покемоны, где они? Они ушли, давай сперва получим бесплатный VIP. Зачем? Для бесплатной активации нужен уровень 1. Что-то мне уже не нравится то, что я вижу, честно говорю. Господи, бесплатные покеболы. Достигните уровня 10, чтобы бесплатно получить VIP 2. Начнем с выполнения заданий для повышения уровня VIP. Куда он идет? Он вообще типа сам играет в себя или что? Классная игра вообще, можно не играть. Я смотрю, все само происходит. Чармандера избивает Катерпи. Он их ловит вообще хотя бы или что? Бросите вызов боссу. Малый фрукт X10. Торговый центр. Что? Я должен что-то делать вообще? Верховный зверь. Ульт убийства. Опять убийство. 139% урона одной цели. Что за жесть. Золото 18к в час. Короче, да, это обычные игры, которые не надо играть, и они играют в себя сами. Обычно это подразумевает то, что ты собираешь бойцов, прокачиваешь их. Самый популярный пример — Raid Shadow Legend. Подожди, разве Raid... Да? Это также и Raid Shadow Legends? Я видел миллион раз рекламу Raid Shadow Legends, но представлялось совершенно не так. Ну, то есть, я думал, там пошаговые бои просто, типа, постоянные там, партия на партию. А если я выйду, он будет автоматически без меня это все делать? Да, они сами дерутся, чтобы набираешь бойцов, и все. Блин, чё-то как-то печально. Но я играл в игру по Dragon Age. Dragon Age Heroes, кажется, называется. Там то, что, типа, собираешь отряд, и они дальше сами сражаются. В это можно периодически позалипать, но проблема в том, что...
большая часть экрана здесь забита просто хламом каким-то. Что вот это такое? Доступно с уровня игрока 55. А нафига оно мне висит здесь? Извините, если я какой первый уровень. Нафига оно висит мне? Посреди экрана. Рейтинги вот это вот что? Зачем? Зачем? Зачем это все на экране? Серьезно. Веселая лотерея. Не знаю, отправить. Давайте куда-то хотя бы пойдем в другое место. Музыка не меняет. Я разочарован. Буду вам честен. Я думал, что хотя бы можно что-то в этой игре делать. Быстрый бой, давайте. Да сон, так и почему оно висит тут? Объясните мне, зачем это все мне? Месть. Какая месть? Список мести. Почему здесь убийство, месть? Что это за... Как листать сообщение предыдущее? Мы не успели киньки. Фристайл просит союзников помочь в Серебряных горах. Ух. Вообще, конечно, дичь. Битва, давайте. Давайте, оп! Сейчас я со своим Катерпи. Или что это? Почему? Почему мой Чармандер выглядит как клоун? Изи босс! Я готов еще раз. Почему только Черизард приземляется на голову? Я даже не понимаю, как мне ловить других покемонов. Как бы. Восьмибитная музыка, найс. Мне кажется, она не восьмибитная. Мне кажется, это не 8-бит музыка. Но... похоже немножко. Активируем новые функции. Центр покемонов. Допустим. Да. Проводи ХЗ, зачастую там какой-то есть лимит, который без тебя собирается, этот лимит можно увеличить. Ну вот я думаю, что вот это вот что-то такое из этого разряда. Слушай, ну в битве хотя бы движуха какая-то, но... Я не знаю, как мне ловить других покемонов. Мой Чармандер, конечно, хорош. И всех разносит без конца и края. Особо не напрягаясь. Ладно, вот водяной покемон. Золото 57 080. Это что вообще такое? Это что за инфляция в этой игре? Если я на первом уровне, а я уже на четвертом уровне, зарабатываю 57 тысяч за победу. И почему Мьюту, господи, я так икон с такого ракурса еще не видел. Она как будто бы, не знаю, какую-то сферу изумрудную обволакивает с собой. С другой стороны, а надо ли мне кто-то еще, кроме Чармандера, который всех разносит? Рюкзак. Что у нас есть в рюкзаке? Непонятно. Покемон. Чармандер. Он все еще первого уровня. Улучшение. Повышение уровня. А как? А почему? На автоповышение можно? Все, он уже 6 уровня, а почему он сразу не автоповышался? Омга. Так, персонаж. Титул. Да. Я не буду играть в эту игру на телефоне во время отпуска, сразу говорю. Что ж такое? Задача. Бросьте вызов боссу один раз. Получить. Получить.
Получить алмазов, получить... Или что? Что? Мне дают алмазы за то, что я получаю алмазы, или что? Так, понятно. Я ничего не понял, просто сказал понятно и туда ушел. Что за испытание? Монстр лабиринта. Центр инстансов. Арена. Прохождение спортзала. О, давайте в качалочку пойдем. Доступно уровень 30, понятно. Не пойдем в качалочку. Ничего себе, это какой-то мегамозг Мьюту, судя по тому, что я вижу. Разочарован. Да. Я ничего не ждал, но я разочарован, понимаете? Когда ничего не ждешь и получаешь что-то такое, ну, нормальное, это всегда топ. А когда ты ничего не ждешь, ты еще и разочарован, то... Это какая-то грусть и печаль. Да я просто думаю, что мне... Это Мьюту игры. Господи. Так, может, какую-то другую локацию пойдем? Надо посмотреть по максимуму, что оно из себя представляет-то. Может, вдруг я что-то найду классное? У меня просто ничего не заготовлено больше для стрима. Поэтому я даже не знаю, что делать. Можно, конечно, Warframe запустить на 20 минут или типа того. Но такое себе. А, господи, уже завершено, повыстером, завершено. Завершено. Не знаю, что это такое, но... Я поймал Бейгана, просто. Это тот же самый Чармандер. По сути своей. Теперь у меня два покемона, да? Так. Вступление. Еще таким кривым языком написано. Вступление. Что? И что я должен сделать? Короче, идите в пень, чтобы это не значило, я ничего не понял. Куча всего мне просто сейчас отсыпают, просто с нифига. Так, у вас пока что нет так много покемонов, да? Давайте поймаем еще парочку. А как его ловить-то? Мне вот сейчас просто Так, стоп, подождите, что? Что происходит? Так, ну это больше похоже на то, что я ожидал. Хоть я ничего не ожидал. А как бросить покебол? Летить. Удержание. А почему это в саму в себя не играет часть игры? Почему здесь я должен что-то делать? Так. И что? Че, я просто так могу кинуть сразу? Мастербол я потратил сейчас на Ченси. Серьезно? У меня есть 200 попыток. Пока все удачные. Может пойти в зомби-ферму. Дамон, ты ж меня знаешь. Какой зомби? Где я и где зомби? Зато хотя бы с плачем убегает, а не покемон убит, как в этой игре. Любят писать. Слушайте, ну прям изи. Если тебя так ловля. На браузерке понесло, могу кинуть что-нибудь минут на 20.
Давай. Я не против, в принципе. Потому что тут ловить, по сути, нечего. Честно говоря. Только собирать награды за... Так, можно забрать. Окей. Окей. Офигеть, еще надо час ждать, чтобы забрать. А здесь что? Нужен 20 уровень, понятно. Не знаю, давайте. Боссу. Ну хотя бы сейчас другой босс приземлился, а не через арт. Тебе почему это называется босс? Так, давайте пойдем так. Адамон, что там скинул? Плагин Adobe Flash Player заблокирован. Мне кажется, на этом все закончилось. Так, что мы можем сделать? Дарине. Не с той интонацией, мне кажется, он зачитал абсолютно. Сейчас я попробую разобраться. Можно ли его воскресить? Но мне кажется, нельзя. Тут все, походу, на этом сайте, да, на флеше игры? У меня флеша нет. Может быть, правда. Интернет Эксплорер может флеш? Не, тоже не может. Хотя не, стоп. Может. Только немножко косо. Теперь захват. Там просто всякие рекламы по бокам. Ну что, Internet Explorer, ты пригодился? Oh, you. You're free to go. Not really, but you've got a package. Don't get your hopes up. We've already checked it for anything useful, haven't we, Dave? What? Yeah, of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job. I don't want to lose my job. See you around. Free to go. Я должен выбрать? Чё там? Ну, телепортер, естественно. Ready? Fire! Что-то так себе мой выбор. Rocket Launcher. Тебе нужно выбирать предметы, чтобы выбраться отсюда. Концовок вроде 4. Сейчас попробуем. А ностальгия. Я не вообще не в курсе, что это такое. Так что если вы в курсе, то это же здорово. Понятно. Методом перебора, как обычно, будем проходить.
Кинцо игры. Это кинцо игра. Очевидно. Блин, я... Ремастер вышел с последней части в Стиме. Ремастер этой игры? В Стиме? Да. Куты я похлеще, чем в играх Кейджа. He's escaping. Go check yourself. Это гранаты, серьезно? What the? Ну, это, естественно, будет фейл, но я хочу посмотреть. Ладно. Oh, look, you're back. Большой троп. Не знаю, плангерс пусть будет. Пидран. Так, это босс файл, да? Это что такое? В конце сейчас помрет от сердечного приступа. Так, селфон. Witness? Please continue. Так, это что, Феникс Райт отсылка? Okay. I was riding alongside my partner in the armored van, but suddenly spotted a bag on the side of the road. We got out and eventually decided to throw the bag in with the others. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So, the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Ну, потому что не выдержало. Ну, типа, он выпил какой-то допинг, который его ускорил, там, усилил в разы, и организм просто не выдержал. Под конец и все. Так, я не слышал, честно говоря. Что он там спрашивал? И это первая ссылка, которую я уловил. Мешок. Take that! Is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then... How did he tie the knot from the outside of the bag? What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, how did he do it? It's simple. He didn't. What are you saying? I'm saying my client wasn't hiding in that bag at all. He was stuffed in there, by this very witness! What? As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating. While he was in the bag, he was unconscious! This is absurd. The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank.
When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in the other. Разработчик русский, я правильно понимаю, судя по акценту. Why would he do that? Персонажей. Why? To dispose of the body, of course. There are millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. But it's come back to haunt him now. Так это его дело? Типа из-за этого оказался в тюрьме? Well, that certainly was an interesting trial. However, I am now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickmin. Я про это, что он правда виновен, но я вижу, что... Я вижу по его реакции сразу. Но я вижу здесь также... Есть какой-то Fleeing the Complex и Stealing the Diamond. Предлагают. Давайте пойдем туда. О господи. Почему их сразу несколько? Ладно, извините. Мне интересно стало. Чего за троллфейс? Если увидите вообще целиком. Так, классно. Можно это убрать? Прям с центра. Ты еще издевайся. Все для стоматологии. Конечно, я прям целевая аудитория. Да, ёпрсте, разрешить. Все по новой, да, сейчас с рекламой. Столбы уличного освещения. Покупаем. Оп, розница. О боже, видим. Это очень популярный квест, но он сложный. Он буквально тебя троллит, неочевидный. Ща все будет. This game is site locked. Что? Все? Это первый троллинг? Так и чё? Да нет, а вот ты теперь скажешь, что он троллит меня. Может, он троллит, он сейчас минут 20 повисит, а потом заработает. Еще рекламу стоматологического оборудования нам закинет. Trollface Quest 13. Да. https://ru.net/игры/defistrollfish.html. Так, как он в хроме открывается. О, господи. Ну и сайт. Так, ну допустим, но лучше не стало. Игры Trollface. Игра Туалетный успех. Мне кажется, самое оно. Нажмите, чтобы играть. Так, теперь опять у вас все не влазит. Ничего себе, здесь еще куча уровней. Так и чё? Понял. Так, I will start my day with this. О господи. О господи! Next level. Как прыгать-то? Нет! Это туалетный проигрыш. Какой, как... А, надо было... Понятно. Всё. Твою ж мать. Так, опять кто-то пришел с синим никнеймом. Я не могу прочитать, кто.
Енот, привет. Да, вот, короче, фигнёй маемся. А то стримов не будет, все равно бежишь. Так, почему я перестал? Уникальный шанс скинуть какую-то браузерку, я ее сейчас запущу. Но скидывали-то мне не эту. Да как? Конец. Success. Что? Не смей! Кто-то ж придумал. Новый Кодзима растет на таких браузерках. Я только когда прочитал надпись сверху, понял, что надо делать. Супер Мидбой там, Реймон, Марио нервно курят в сторонке. Такое-то. О, господи. Так, так. Не, просто... Смотри, енот, давай. Рассказываем сразу историю, которую... С чего все начиналось? Да господи, суть. Как? А, понятно, все. Мне ничего не понятно. Я нашел игру про покемонов. Я надеюсь, все видно. Во ВКонтакте. Но это оказалось какая-то трошанина страшная. И теперь мы, чтобы скоротать время перед тем, как я отправлюсь в отпуск, быстренько... Быстренько, короче... Играем в другие браузерки. Но не все они работают. Так, Адамон, что ты скинул? Я думаю, что в Chrome нет смысла это даже пробовать. Troll Face Quest 7. Это как Final Fantasy. Не знаю. 7. Да что ж такое? Зачем он загружается, потом говорит, что нет плеера? Если нет плеера, то что он загружает-то? В конце-то концов. Можно же сразу. Так, это что это? Откуда? Да отсюда. Куда звуки? Так. Do you like games? I want to play a game with you. Turn off TV to get to the next level. Естественно, красный. Мне кажется, вообще провод резать не надо. Надо на кнопку нажать. Так. Да еще можно нажать. Окно. А, да, сорян. Короче, енот, это стрим, чтобы заработать с вас донатов на отпуск. Отчасти да. Что за волкс.ру, который не работает? Ладно, с телевизором? Понятно. Что?
Че они не выходят-то оттуда? Не видите, что в нужде человек? Ну ключ-то от двери? Очевидно же, почему он себя долбит? Совсем что ли? Ключ в заде, что это значит? Нормально. Параллельные вселенные, миры. Что-то уровня фес, когда ты вертишь мир, чтобы он менялся под тебя. Так сходу еще не вспоминается, где ты можешь что-то там подвинуть, и все будет иначе. Так, а что? А что, что мы должны сделать? Пустить газ, великолепно. Я на этом уровне даже не понимаю, что надо сделать. Так. Я просто класснул, я даже не понял. Ладно. Спидран. В смысле, я играю за БК? Они должны оба выжить. Что-то еще. Что происходит? Что делать вообще? Я что-то могу сделать? Вот. Ничего активного. Ох, блин. Ой-ой-ой. Ты чё? Как была задумка. Что еще можно найти? Ну, машину целиком, если нажимать, то она будет ехать вперед. Не знаю, может на молоток можно нажать вовремя? Почему она двух разных цветов, я не могу понять. Почему она красная и зеленая?
чем логика? То есть я бы понял, что машина должна переехать только зеленая часть. Но она сейчас вообще, видите, как-то... Так, не, просто не иди туда. Очевидно же. Интересный уровень, интересный. Так, кликты 10 раз на True Face. Понятно. Так. Звонок другу. Понятно. 50 на 50. Понятно. Отойти, не судьба. Ну, кстати, справедливости ради, по покемонам есть официальная игра на мобилке в том же жанре, что и Ideal. Pokemon Go? Или какая? Как называется? Понятно. Pokemon Masters. Так, что? Конечно, это чревато последствиями глубинки. Как выглядит это, блин? Ладно, а геймплей можно ли? Closer than ever before. I mean, we just met. Что-то симулятор загрузок какой-то. Yeah, level 5. Through 4 levels. Брок и Мисти в нашей команде. Well, you are the best так, это я даже знаю. This is what, new music? Okay. Ну слушай, я думаю, она выглядит совершенно не так, как... Браво, зерка. Yo, what's up? My mom and my dad are both ace trainers. So imagine me becoming a punk. Ну, либо он какой-то секции более адекватный. When you scout out a nothing else great. In the Не, ну слушай, тут куча анимаций, диалогов каких-то. Sync move, Snivy. Whoa, what? Под музычку, конечно, очень не идеально подходит. Ну, какие анимации тут. Не, ну может быть, конечно, и в той браузерной игре такое есть. Просто ни черта этого не видно было из-за кучи всякого непонятного перегруза на экране. Но здесь прямо, ну, как битвы более-менее прям ощущается, что это настоящее. Okay, Street Thug Laika. Oh, dang. Yeah, I don't know who these guys are, but... Ты мотаешь сначала битву, я же про жанр говорил, а не про саму игру.
Погуглим. Ладно, я понял. В смысле, погуглим, а попробуем найти. Я не хочу играть Тролла 2, я еще один не прошел. Так, только сейчас я как обычно буду. Pokemon Masters. Есть платный контент. 80 мегабайт. Пошел качать. Может быть, в поезде попробую поиграть. Так. Да-да-да-да, я помню. Еще есть время. Ой, тюди-тюди-тюди. Ты подумаешь, там на поезд опоздаю. Да. Не просто. Ну как? Слушай, ну а по сравнению со всякими вон безобошей и прочее, это топ игра. Понятно. Да, давить на кнопки вовремя. Ага. Чё за фигня? Да, я думал, надо вовремя нажать и... Она как раз проскочит. Чё за волк с рук, который не работает? Пока не пойму. Да ё-моё, ничего не успел нажать вообще. Пробуй на квадрат нажать. Была одна из моих теорий, но, к сожалению... Понятно. Я не успел ее сам. Что я сделал? Так, into green button 100 times. Серьезно? Мне кажется, какой-то бред. На этом уровне надо заканчивать, мне кажется. Если я сейчас нажму кучу раз, и ничего не произойдет. Это знаешь, что мне напоминает? Это мне напоминает 100 подтягиваний в Mass Effect 3 Citadel, которые я не стал делать. Ах ты ж пес. Ладно, все. Пошел на фильм The Complex я хотел посмотреть вообще. А в итоге мы скатились немножко не туда. Сейчас она опять загрузится, потом попробует флешплеер. Так, что мне тут пытаются втюхать? Грамотно, сбалансированный ПК, доставка 0 гривен.
Ну, если нечего доставлять, то абсолютно бесплатно. Hello, Henry. Welcome to the wall. Some of the most cunning and notorious criminals are kept here. And now we have the infamous Henry Stickman. You're going to be here for a long time. Grigori, take him. Grigori. You wait here until cell found. Thanks. And I'm like, look at how much I care. I don't care. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. That's funny. Let me speak from my heart. О, господи, сколько вариантов. Oh yeah, last night I kept facing the same deck. Hey, buddy. Я даже не понял, о чем это был за вариант. Oh yeah, last night I kept... Что за полоска? If we can get you up there, you could get in and open this door. Юдо. Что? Quick, in here. La Pantrusta! Hold it right there, inmates. Почему мне никогда не говорили вообще про это? Что это забавно, мне нравится. Тайзер. So, как его образом это сработало? Yeah, some idiot must hey, have opened I just grabbed these. Maybe they'll come in handy. Are we waiting for someone, or... I thought you press. We'll regroup with third floor, and we'll help them clear out maximum security. What do you think? Duh, I like. Duh. Who get the guards? Что? We'll regroup with that. There is convict here. Get down on ground. Давай. Меня смущает черная полоска. Get to your cell, mate. Boing. Так, адреналин нас убьет. You win. Perfect. What, you think that will upset me? Oh, very much. Thanks, I guess. Now let's get out of here. Что это такое? Что это такое? Что это такое? Не знаю, Well, if it isn't Henry, there has not been an incident here in 50 years, and the day you show up, this happens. You are going to regret everything. Не, ну мы, блин, за ней возвращались, какого хрена она за нами не вернулась. Норм. Норм. Мне понравилось. Так не орало. Кредит 2 Тим. Могенри Мостикс. Мостикс. Могенри. Не работает. Что такое Мар? Это мэп. Ноль из двух. Что? А это количество неудач. Я понял.
Тун-тун-тун-тун-тун. Вот, но я думаю, мы на этом будем заканчивать. Вот. Было забавно. Было забавнее, чем я рассчитывал, скажу я вам так. Сразу стало грустно, когда покемоны как бы оказались совсем не пойми чем. Кстати, да, что там я восстановил. Установил. Я открою, вот он сейчас начнет патчиться. А мне интернета не хватит. Вот, а так, большое спасибо, что сегодня пришли. Большое спасибо Домуну за донат. Большое спасибо вам за прикольное предложение для игр на стриме. У нас такое вообще очень редко бывает, и сегодня прям идеально совпало. И до встречи на следующей неделе, во второй половине, ну или в среду. Ну, возможно, зная себя, в среду вечером, если я доберусь домой счастливо, то я запущу стрим. Что это будет? А черт его знает. Вот. У меня было по планам в Broken Age поиграть второй акт сегодня, но как-то, если бы я раньше начал, то это имело бы смысл, а так? О, господи, приложение Pokemon Master запрашивает разрешение на доступ к вашему аккаунту Google. Я пошел разбираться. Вам тоже хорошо отдохнуть от меня. И пока.